Едва ли найдется второй человек, который ни разу не бывал в музее военно-морской славы библиотеки имени Маяковского. 11 лет ветераны-моряки буквально по крупицам собирают экспонаты. Новые появляются каждый год. Слава Саровского музея распространилась далеко за пределы нашего города. Передвижную выставку, посвященную адмиралу Федору Ушакову, неоднократно возили в Кронштадт. А в марте она побывала в Государственной Думе. Выставка была официально открыта. То есть официально открытие выставки участвовали лидеры у нас фракций. Партийные, которые участвуют в Думе, в том числе и Зюганов, Миронов, и ЛДПР, и так далее, и так далее. «Единая Россия», которую представил генерал-полковник Картополов, как раз представитель комитета по обороне, выставку торжественно открыли из тех, и мы 5 дней работали именно в стенах Государственной Думы. Жителям столицы саровские ветераны ВМФ показали 17 стендов, включая реконструированный музей адмирала. Это обязательный атрибут выставки. Рассказали о жизни и подвигах Федора Ушакова, ответили на вопросы. За 5 дней провели 68 экскурсий. С экспозицией ознакомились сотни человек. По итогам выставки было решено нашу организацию представить к награде медали адмирал Ушаков, благодарение фонда имени адмирала Федора Ушакова, город Москва, что и было сделано. То есть именно сам Саровский музей военно-морской славы был награжден этой медалью. Мы, конечно, не стремились и не ставили такую задачу, преодолели какие-то потолки. Наша задача – это пропагандировать и рассказывать о Федоре Ушакове, о его боевой деятельности, его биографии, его святости. Каждому посетителю выставки Сергей Яковлев дарил подарок – иконы Федора Ушакова. Их выпустили монахи в 2016 году во время принесения мощей адмирала. Осветили на раке и принесли по 11 центральным соборам. Часть икон передали Саровскому музею. Теперь ветераны ВМФ, в свою очередь, передают их на память посетителям. То есть мы привезли эти иконы и выдавали, и как раз с ними были определены чудеса, потому что люди просили не просто их там давать, а еще просили для своих товарищей, в том числе для сыновей, которые сейчас участвуют в операции на Украине. Посетить выставку могут и саровчане по предварительной записи. Подробности и контакты организаторов в группе музея ВКонтакте. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.